большая просторная студия. Находится в отеле Дракия. Это Солнечный берег. Кухня, посуда. Здесь еще есть дополнительная посуда. Холодильник. Микроволновая печь. В студии двуспальная кровать. Двуспальный диван. И еще один двуспальный диван. Телевизор. Здесь очень мило сделана перегородка. Получается. Вот если это закрыть шторками, получается отдельная зона спальни. Отделяет шторки от другой части, где диваны. Диваны, понятно, раскладываются. Здесь легко помещается 4 гостя. Шкаф. Сейчас еще посмотрим ванную комнату. Бойлер, горячая вода. Удобство в ванной комнате. Душевая кабина. И выйдем с вами на балкон. Здесь довольно-таки просторный балкончик. Здесь еще есть, можно туда поставить стол. Здесь стоит защита от солнца. Вот он, вид. Вид на улицу, вид на горы. Вот удобно, супермаркет рядом, вообще очень удобно. Такой вот милый апартамент, студия.